вас затопление территории? Какой у вас адрес? Сообщение о подтоплении прилегающей территории одного из хозсубъектов на бульваре Юности 10 поступило в районе 8 утра. За время проливного дождя возле подвала дома образовалась большая лужа. Она и вызвала беспокойство сотрудников, расположенной в доме организации. Вода через ступени начала поступать в подвальное помещение, где находится у нас наша бухгалтерия. Я вынужден был обратиться в управление МЧС для того, чтобы в аварийном порядке откачать воду и прекратить подтопление здания. Этот участок действительно проблемный. Спасатели оперативно откачали воду. Следующий шаг – выяснить, почему ливневая канализация не справляется. И самое главное – устранить причину. Всего на особом контроле в Белгороде 20 низменных территорий. Одна из них расположена на улице Губкина в районе домов 15Г и Д. Минувшей весной здесь был затоплен двор. Задача управляющей компании – отслеживать, мониторить ежедневно, чтобы не допустить залития подвала. Для этого есть главный инженер, у меня ответственно закреплен именно за этим вопросом. Подтопление по состоянию вот на октябрь месяц не повторялось. Отметим, что за минувшие сутки в Белгороде выпало 14 миллиметров осадков. Критической же считается отметка в 20 миллиметров. Согласно плану действий, при наступлении проливных дождей службы жизнеобеспечения Белгорода переходят на усиленный режим работы, а на базе ГОЧС разворачивают оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций. В минувшую непогоду на пульт единой дежурной диспетчерской службы поступило 2 сообщения о подтоплении. Фактов серьезного подтопления не было, но образовались определенные скопления воды, было на определенных участках, но это было не критически, вот, и не влияло на условия жизни деятельности населения города. В одном случае это частное подворье, было подтопление огорода, и в районе Харьковской горы силами поисково-спасательного отряда данная угроза была ликвидирована. Задача, которую ставят перед собой городские службы – выработать эффективную систему взаимодействия. И первые шаги в ее решении уже сделаны. Нарабатываемый опыт позволит избежать критических ситуаций. Диана Калядинова, Дмитрий Ерема. К этому часу. Белгород.